Депутат Московской областной думы от «Единой России» Дмитрий Голубков обсудил с жителями Звенигорода проект обустройства новой городской зоны отдыха в рамках инициативного бюджетирования. Сквер планируется обустроить в этом году на улице Герцена, напротив здания Звенигородской поликлиники. С просьбой о его создании к депутату обращались ветераны. Как сообщил парламентарий, после доработки с учетом всех пожеланий проект будет вынесен на второе обсуждение.